Строители приступили к возведению надземной части здания детского сада на 330 мест в Кубинке. Идет строительство конструкции первого этажа. На площадке работают 55 человек. Запущены два башенных крана. Садик будет трехэтажным. На площади более 5000 квадратных метров разместятся игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, медицинские и процедурные кабинеты и другие помещения. Объект введут в эксплуатацию уже в этом году.